занятии мы с вами попробуем разобрать риф Canon Rock. Ноты прилагаются к этому уроку, так что не переживайте. Но все-таки некоторые аспекты я хотел разобрать подробно в этом рифе. Значит, для начала у нас мы с вами делаем акцент небольшой. Делаем небольшой акцент на сам аккорд. А после этого делаем пиццикато. То есть сам аккорд у нас идет сначала без пиццикато, потом мы делаем его пиццикато. Здесь мы делаем датчик, ставим самый нижний, для того, чтобы звук был более такой жужжащий, чи-чи-чи. Потому что если мы поставим сюда верхнее положение, конечно, можно так играть, но сочности не хватает сразу же такого плотности звучания. Итак, значит, разберем удары здесь. Значит, первый у нас идет удар с вами вниз, и потом еще раз вниз. То есть фактически все удары будут вниз, за исключением некоторых моментов. Здесь вот мы сразу же с вами играем на второй струне без пицциката. Это у нас получается 8-7 лад. Удары вниз, вверх. Пицциката, потом без пицциката. И сразу же возвращаемся с вами на пятую струну. Два удара сделали пицциката, затем переходим в аккорд ля мажор. Точнее, ля просто пауэр аккорд. Здесь мы не привязываем ни мажор, ни минор. Здесь мы можем сыграть с вами на второй струне ми, фа, диез, это пятый и седьмой лад, как хаммером, так и отдельными ударами. Либо... Так что здесь вы можете быть вольны, как хотите. Либо... После этого нам сразу же необходимо сыграть пятую струну открытую. Фактически мы ее играем на шестой струне на пятом ладу, та же самая нота. Но для удобства в этот момент как раз переходим сюда, в эту позицию. И сюда перешли. Обратите внимание, что здесь мы тоже сразу же делаем пиццикато. Не такой звук, а чи-чи вот этот. Переходим потом в аккорд си. И вот здесь самый сложный момент в этом рифе – это огромные скачки между струнами, струны со второй на пятую. То есть это получается мелодия, нам надо сыграть на второй струне второй лад и потом третий лад. И между ними мы всегда играем бас на пятой струне. И потом у нас идет аккорд фа-диез. Фа-диез мы можем с вами взять ударом вверх, иначе если мы будем делать его удар вниз, то получится немножко суетливо. Можно выбиться из ритма и не сыграть. Дальше, в принципе, достаточно просто. Все, мы играем ми аккорд после фа диез минора. Повторяем бас. Потом играем аккорд ЕМ. Мы его сыграли. Я его ставлю здесь одним пальцем. То есть одним пальцем зажимаю две струны. И один удар на ми минор и один удар баса, потом снова фа диез минор и удар баса, и потом приходим в паре соль. Здесь мы уже играем три удара баса, то есть мы сыграем трам, та, раз, раз, два, три. Затем такой ход у нас идет, раз, ритмичный, раз, там, па-пам, получается раз, пам, па-пам, чтобы мы прошли следующую долю. И в долю мы приходим как раз в аккорд D. Значит, а здесь мы играем терции, удобнее всего взять первым, вторым пальцем. Сначала мы играем первый пальчик, третья струна, четвертый лад, и вторым пальцем четвертая струна, пятый лад. Раз. Оп, поймали звук, чтобы не было такого. В этой каше, чтобы не было. Па-па-пам. Чтобы было все очень круто. Если это так сыграть, то получится достаточно сочно будет звучать, нежели чем вот так сыграть. Хотя, по сути дела, разница, если объективно посмотреть, не так уж и заметна. Но так более сочнее, более конкретнее получается. Тан-та-тан, более ритмичнее. Затем дальше у нас идет с вами, мы поставили аккорд. Обратите внимание на то, что в этом рифе всегда мы ставим аккорд. Первый у нас четверть. Пам-та-да. А потом уже две восьмые играем. Раз, раз, два. Там-па-па. Сыграли. Сначала мы пришли с вами в аккорд D-M. D просто. Затем сыграли.
играли две нотки пиццикато. И после этого играем пассаж, нисходящий пассаж, только он у нас будет уже переменным штрихом вниз, вверх, вниз, вверх. То есть это получается со второй струны 8, 7, 5, и приходим в третью струну, седьмой лад. Затем снова возвращаемся в аккорд соль мажор. Сыграли его четверть и два удара. Два удара. Точнее, у нас получается четверть. Потом мы два удара делаем восьмыми. Раз, раз, два. Затем делаем мелодический ход. Вот здесь момент достаточно сложный в том, что мы должны рукой будем перепрыгивать. То есть у нас получается, мы сыграли здесь раз. Потом сыграли мелодию. И сразу же приходим в аккорд ля. И пришли сюда. Но сюда приходим ударом вниз. То есть получается... Добавили две восьмые, то есть сначала четверть, потом две восьмые. Пам-та-да. Получилось. И затем последний ход у нас. Сыграли здесь мелодию. То есть здесь у нас мелодия была 4. 4 на третьей струне. 4, 6, 7, 6. Потом сразу же мы переходим в аккорд. И следующая мелодия. 6, 7, 9, 7. И приходим снова в аккорд Ре. И дальше у нас следующий ход. Мы играем с вами то же самое, только в самом конце немножко видоизменяем саму концовку. Когда приходим снова в Соль, в самом конце, сейчас я доиграю вам. Чистый и более 100% вариант у вас будет на нижнем качестве. Можно даже делать такой эффект фленджа. Такое интересное звучание получается. Вот. Это, в принципе, у нас получается концовка. Дальше мы можем сделать с вами свиповый пассаж.